Слушай, хватит, это тупо. Он уже, блядь... Попробуй, сам увидишь, тебе станет легче. Окей, Иви, ты так хотел в посмертие? И как там тебе теперь? У нас-то внизу все херово, ничего нового. Может, даже и хуже стало, чем было. Может, если бы я больше тебе помогал, все кончилось бы по-другому. Больше позитивной энергии. Мне... Нам будет тебя не хватать, малыш. Señor Todopoderoso, escucha tu humilde servidora, que obra siempre en tu gracia. Recibe en la luz cálida de tu reino, Avi, a quien llamaste a tu lado, y deja este mundo perverso. Y acéptalo en compañía de tus santos. Amén. Покойся с миром. Привет, Уи. Я все время тебя вспоминаю. Так хочется с тобой поговорить. Вот я и решила позвонить. Как в старые времена. Это тупо, конечно, но раньше люди вообще разговаривали с надгробиями и нормально. Ты никого не удивляла. Как будто так и надо. Если уж говорить честно, я постоянно о тебе думаю. О том, что ты сделал. И мне кажется, я понимаю, почему ты решил уйти, а не бороться дальше. Но, блин, Ви, ты вообще думал про то, как... что будет, когда... Привет, Ви. Я хотела сказать, я правда надеюсь, что есть какое-то посмертие. Загробная жизнь. Знаешь почему? Потому что там мы сможем когда-нибудь снова увидеться. И тогда ты пожалеешь, что мы вообще познакомились. Как ты мог так поступить? О чем ты вообще думал? Вообще ни о чем, да? Я столько для тебя сделала. Я ради тебя старалась, а ты... Чем ты мне ответил? Лег лапками кверху и сдох, да? Если есть жизнь после смерти, надеюсь, ты попал в ад, Ви. Ты этого заслужил. Пока. Привет, Ви. Ты, наверное, никогда не услышишь это сообщение, но... Как говорил поэт, есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. В конце концов, это был твой выбор. Ты сам решил, что для тебя лучше. Просто, надеюсь, ты понимаешь, что это коснулось не только тебя. Твоих друзей тоже. Мне кажется, ты даже не знаешь, как много их у тебя было на самом деле. Может, когда-нибудь мы еще увидимся, Ви. Ты, я, Джеки. Поэтому я не прощаюсь.